Жила на свете девочка, Василиса. Осталась она сиротой, и взяли ее к себе злые люди. Для хозяйства девочка оказалась мала. Посадили ее лоскутки сшивать. Сделай-ка нам одеяло, продадим его. Мужик с бабой частенько ездили на базар торговать. А ну пошла! А Василиса в это время... Я тут! Я здесь! Ой. Василиса! Будешь в доме сидеть? Да! Василиса! Будешь в подвале сидеть! Василиса! Мне это надоело. Да! Не хочешь здесь работать? Да! Отвезу тебя в лес. Куда? В землянку посажу. Там ее никто отвлекать не будет. Точно! Так все и началось. Пока все не сделаешь, домой не заберу. Тужи свет. Будем в жмурки играть. Вот тебе колокольчик, а я буду за тобой бегать. Ой. Ой. Извиняюсь. Лучше я все уберу, а то еще что-нибудь сломаю. Я готов. Девочка, ты где? Фу, устал. Ну ты шустрая. Вот странно, вроде зверей в лесу полно, а выйдешь поиграть — никого. Боятся, что ли? А ты молодец. Как тебя зовут? Василиса. А меня дядя Миша. О! Извиняюсь. Ну, счастливо. Пойду отдыхать. Счастливо. Мышка! Устала. Колокольчик. Дядя Миша, подожди! Ты колокольчик забыл! Ha ha ha!
забыл. Эй, вы куда? Подождите! Ой! Хорошая девочка, ты одна? Да. Эй, ворота, открывайтесь. Давно у меня гостей не было. Ты не бойся, я добрая. Что? Заходи, ворота, закрывайтесь. Извините, мне идти нужно. Лучше сядь за стол и поешь. Ты кушай, кушай. А ну, кыш отсюда! Ишь, разлегся. Эй, ты! На стол не лазить! Да что ж такое? Проклятые птицы! Чтоб вы все тут... были как дома. Ой, я ж совсем забыла. Бабушка, мне одеяло шить нужно, а то меня в лесу оставят. Не уходи, останься у меня на ночь, а я тебе утром с работой помогу. Поможете одеяло шить? Конечно, я ж добрая. Вон отсюда! Поговорить не дают спокойно. С моей гостьей ты ведь останешься, да? Хорошо, спасибо вам. Фу, что-то я устала. Утром я тебя в печь положу. То есть домой провожу. Все хорошо. А? Бабушка нам поможет. Поможет? Баба-яга? Она тебя утром съест. Съест? А как же я домой вернусь? Ну-ну. Я бы и сам давно убежал. Но эта мухоморина сразу догонит. Не старайся, ворота не открыть. Хотя... Ай! Слушай, чтобы сбежать, нужно зайти в дом. Там же Баба-Яга. Хочешь в печку? Делай, как говорю. Заходишь в дом. Яга спит. Сперва берешь горшок с маслом. Только тихо. Еще ей захотела. Давай, давай.
Потом берешь гребень, который над кроватью висит. Взять платок, которым Яга волосы повязала. Петли не будут скрипеть. Прикажи воротам открыться. Они слушают только людей. Ворота, откройтесь, пожалуйста. Бежим! Стой! Где мышка? Сильнее! Сильнее тяни! Быстрее! Давай! Спать не дает. Дядя Миша. О, Василиса, опять в жмурки играешь? Нам надо через ручей перепрыгнуть. За ним ее сила кончится. Ага. Гребень кидай! Вот и кончилась ее сила. Фу, опять набегался. А что же мне теперь делать? Давайте я вас в деревню отвезу. А ну пошла! Василиса! Вот что работа с людьми делает. Помогите мне, люди добрые, ручеек перейти. Ручеек? Так это не Василиса. Эй, старуха, ты чего тут делаешь? Где девчонка? Помогите мне, я вам заплачу. И где этот ручеек? С тех пор мужика и бабу никто не видел. Василиса стала в доме хозяйкой. Кот и мышка с ней живут, вместе хозяйство ведут. А медведь к ним в гости захаживает, в жмурки поиграть.